Традиция печь круглый сладкий хлеб на Пасху пришла к нам из Византии. По преданию, после того, как Христос воскрес, он являлся апостолом во время трапез. Тогда они стали оставлять свободным для него центральное место, а в середину стола ставить праздничный хлеб. Чтобы приготовить кулич, нужно потратить много сил. В современных реалиях не каждая хозяюшка имеет в своем арсенале столько свободного времени. На помощь приходят покупные изделия. Это шоколадный кулич. Шоколадный, вкусный, дрожжевой. Мы его будем делать 200-граммовый. Кидаем стаканчики, в эти стаканчики по 210-215 грамм. Такие вкусные шоколадные куличи, а также миндальные, классические с изюмом и цукатами, а также необычные лавандовые, пекут кондитеры в одном из кафе региона. Ирина Кожаева, руководитель общественного питания в сети заведений, ее главная цель, чтобы прием пищи был правильным, вкусным и доступным. Традиционно к празднику они пекут куличи, спрос на пасхальную сдобу хоть отбавляй. Работаем мы на натуральных ингредиентах, то есть это мука высшего сорта. Также миндальная мука, ну, сахар знают все, сливки. Сегодня, вернее, в этом году мы разработали такой, ну, как бы оригинальный рецепт. Это миндальный кулич. В состав входит, как я уже как бы сказала, это миндальная мука, сахар. И также оригинальное украшение в виде миндальных лепестков. После того, как ингредиенты превращаются в тесто, его раскладывают по формам и отправляют подниматься в специальный шкаф. Затем следующий этап – выпекание, а далее самый увлекательный процесс – декорирование. Пекари-кондитеры украшают все куличи вручную, придумывая индивидуальный дизайн для каждого. Процесс изготовления партии праздничной сдобы занимает примерно 1,5 часа. Покупатели же могут потратить всего пару минут, чтобы выбрать и оплатить. И вот угощение уже на праздничном столе. Кулич – это сдобный атрибут пасхального праздника. Секрет, как сделать его по-настоящему вкусным, заключается в умелых руках и любви к своему делу. Возможность вкусно кормить ульяновцев, в том числе и куличами, Ирина Кожаева имеет благодаря упорному труду. Также в сопровождении предпринимательской деятельности ей помогают в ульяновском центре «Мой бизнес» по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ.